Арене называется «Белая береза». На конкурс дети читают стихи. Написал Сергей Есенин. Белая береза под моим окном принакрыла снегом, словно серебром. На пушистых ветвях снежной коной распустились листья белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и сгорят снежинки в золотом огне, озаряя лениво, обходя кругом, посыпают ветви новым серебром. Как тебя зовут? Ну, как тебя зовут? Исполнял Максим Радько.